Да, я хотел мамаш и тёлок оценивать сейчас. Ты погоди. Мамаш и тёлок оценивать хотел. Мы хотели оценивать либо мамок, либо тёлок подписчиков, да, типа, как сказать. Значит, будет работать Дрейк. Дрейк тут, Дрейк на месте, не ебёт. Что делать-то? Короче, Дрейку кидайте там ссылки, а мы будем смотреть. Инстаграмы только принимаем. Только принимаем инстаграмы. Пацаны, кидаем ваших девочек, а мы будем, значит, от 1 до 5 оцениваться, да, так скажем. Я спрашиваю, когда я говорю про тёлок, надо кидать, сука, тёлок, понял? Не каких-то там инстаблогерш, а реально девчонок. Это чья? Блять, у нее ребенок есть, пацаны. Вот это... Молодой, это ты в 17 лет свою скинул или кто? Спорт — это жизнь. А я скажу, спорт — это сила. Она свай могила. Мне мама говорила, что я West Ghost Killer. Поняли? Так, Лина вроде какая-то. Ну-ка, слышите, что у нас тут? Как вам, в принципе? По пятибалльной системе, значит, от 1 до 5. Значит, чат выписываем, а я так это посмотрел. Ну, нормас, я поставлю троечку. Потому что не мой типаж, но прикольно. Что-то такое необычное, я бы сказал. Вот эти бабские сторисы, хуй пойми, что она деревья фоткает, я хуею. Болото. Это кто, блядь? Фух, класс, а я думаю, кто это слушает? Ну я говорю, это только девочки слушают такое, ну чешие, блядь. Какая-то Анастасия, поехали. Так, значит, Анастасички, у нас сколько лет? 16. Так, пока всех открыли, вот эту закрываю, потому что это пиздежная тёлка какая-то. Вот эти похожи на более-менее девчонок, да. Им по 17, наверное. Это не тёлка, чек, кто это? Это не тёлка, но чек. Бля, дядь, у меня ж ссылка не открывается, нахуй. Что ты там сделал, блядь? Блядь, не работает ссылка, чё за хуйня? А, во. Блядь. Снимаю. Сейчас. Отойди. Пацаны, сейчас убью. Ну как? Сидуляции, сидуляции. Да что это за звук? Блять, нихуя, что это за блогер, нахуй, я не понимаю. Пиздец, да? Это какой-то инопришеленец, я вам так скажу. Бля, почему у него столько подписчиков, я не понимаю, блять. Это Гешка Горин? Так, дальше. Дилерка какая-то. Ух ты, ебать. Это что-то поинтереснее уже. Это что-то какой-то next level. Пацаны, как вам? Так, это неинтересно, вот это поинтереснее, ну-ка. Я какую-то хуйню смотрел сейчас только что. Вот это поинтересней. Ну да, ну да. Пойдет, давай еще. Очередь уже не присылайте. Ты че, блядь, там нахуй блокнотик открыл? Ну сколько ей по возрасту примерно? Ну курит. Курит, значит, разливает сюда. Кальян, значит, мама в курсе. Если мама в курсе, значит, либо маме похуй, либо ей уже есть 18. Че, ей 15? Вы че, угорели? Это так в 15 лет выглядит? Бля, нихуя вот этот бампер, ебаный в рот, блядь. Бля, вы, по-моему, одноклассниц кидаете, блядь. Я не верю, что вам такие тёлки дают. Вы, блядь, угораете, что ли? Не может быть такого. Честно, вы каких-то, блядь, просто рандомов кидаете. Подойди, блядь, в зеркало, посмотри нахуй в себя и такой скажи. Блядь, да кто такому даст вообще, алё? Ну я так же чисто. Слушайте, я боюсь, что если я сейчас вот эту девчонку обсужу, мне потом пизды дадут, ну ладно. Хорош, так, поехали. Право налево или слева направо, как мы будем смотреть? Слева, да, направо? Вов, те как будто дают. Блять, я и не говорю, что мне дают. Мне не дают. И что, я хотя бы не выебываюсь, что это все мои тёлки. Или там кидаю кого-то, блять. Что, блять, за хуйню ты несёшь? Так, это трап МСК, но очень похож на девушку. Что? Это Богдан. Это... Блять, это не тот чел с 2ча случаем, а? Нет, это Кирилл, говорят. Поехали. Какая-то Катя. Значит, какая-то Катя Корнеева там. Уеба, прикольно. Прикольно. О, прикольно еще. Фотокарточки прикольные, мне нравятся. Да, сколько лет? Так, ёбарь не замечен на последних фотографиях. Ну, не знаю, на троечку, да, нормалды. Так, смотрим. Это уже дитё какое-то прям точно. Даже смотреть не будем. Так, эта женщина уже занята. Это вот этот мужик мне скинул девушку свою или нет? Так, смотрим, смотрим, смотрим. Та-та-та-та. Опа. Спортсменка. Стоп, это даже не основа, вот это не основа, вот основа. Блять, это она и есть, ёбаный твой рот, блять, чё за хуйня? Вы, блять, оценили двух разных, ну, типа, двух разных людей, думали, что это два разных, это одна и та же, типа, hello. Так, следующее.
Пацаны, это чья-то мать. Тут без цензуры, ебать. Ну-ка, слышите, дайте я ткну. Бля, что ты там пиздешь? Там нет ничего без цензуры. Хуйня какая-то. Так, маму кто-то скинул. Дальше. Так, 15 лет. Как вам вот это? Так, ну у нее мужик серьезный вот этот есть. Так что, как бы... Ну я... А поосторожней, максимально поосторожней. Имба, да? Ну вот это больше всех понравилось пока что. Так, вот это. Если с мужиком, то скип. Ну, блять, кто виноват? О, прикольные фотки, кстати. Че, все розовое какое-то. Знаете, это вот этот прикол, когда бабы себе в письку суют, вытаскивают, потом... Ну вы порно смотрели, вы знаете, что это такое, да, там натягивается. Только почему оно со звездочками, я не понял прикол. Бля, надо, наверное, новую королеву какую-то находить. Ебать, алё, тут фотки интересные, я хуею. Алё, ребята. Бля, какой-то, ну, Инстаграм прикольный, то есть он реально интересный. Чё-то прям в конце, конечно, уже не интересно, но вот в начале было инст на пятерку вообще четко, не знаю, очень интересно. Так, окей, поехали. Я все равно на жопу смотрел, мне не интересно. Так, окей, это. Бля, не знаю, я типа хочу просто... Такое ощущение, что я ее где-то, блядь, видел уже. Во-первых, мне кажется, что у нее прицеп. Это первое. Второе, мне кажется, что... Короче, это такая, типа... Вот профиль Инстаграма выглядит максимально так, что типа... Эй, йоу, посмотрите, как я пиздато живу, но при этом я, блядь, из какого-нибудь Саратова. То есть, блядь, как-то так. Такие фотки пиздатые, там, ух, идет, блядь, там где-то. Там на капоте, блядь, отдыхает. Да, ну чё за капот, чё за машина, так сказать. Это Немерин какой-то там, что это вообще? Почему она такая ушатанная? Блядь, слышите, чё? Это случайно не тёлка, блядь, известного человечка в наших кругах, так сказать. То ли, блядь, это она, то ли это тот, кто выёбывался на него, я не помню. А, это Сасмиковская, блядь, ну ладно. Такс. О, прикиньте, смотрите, какая малыха есть. Скажем так, какая-то девочка из аниме. Бля, вот этот мейкап, сука, на некоторых фотках вообще, да как будто другой человек. Вот это прикольно. По-моему, эта фотка слишком завирусилась, короче, в нете, где-то она там у пацанов на аватарке стоит. Но признайтесь, вы бы такую выебали, да? Вот именно по таким девочкам непонятно, сколько им лет, кстати, блять, вот хуй поймешь. Вот именно таких вот, смазливых, непонятно. Так, что-то мне там в ЛС, блять, молодой Слышь, если ты мне сейчас скинул какой-то пиздец, дядя, кого ты мне скинул? Ебать, чё нахуй? Так, во-первых, ё 17. Во-вторых, типа, все бы ничего, типа, тёлка тёлкой, да? Но бам нахуй. Вообще нихуя не пиздите, пацаны. Я вам так скажу. Бля, как... А можно такие фотки вообще делать? Бля, вот такая на фотках девочка-девочка. Потом начинаешь с ней встречаться, а потом бам, узнаешь, что она мент, бля. Вот ваши действия, если бы вы узнали, что ваша девчонка мент. Да, может быть, отец полицейский там серьезный, поэтому не, нихуя не буду даже говорить. Потому что, бля, мне проблемы с законом нахуй не нужны. Съебал? Ну, типа, не знаю. Мне было бы интересно, наоборот. Неплохая, типа, девчонка, кстати. Ну вы поняли, да? Но ей 17. Так стоп, это же чья-то девушка, по идее, кто-то же скинул. Еще бы она мне не понравилась, да, пацаны? Судя по форме, она мне автоматически понравилась. Вот такую чекни. Мне так мне не нравится. Бля, вот это, наверное, единственная девочка, которой розовый цвет не идет, скорее всего. Не знаю, блондой было бы пизже. Полчата хочет выебать вам завтра в школу. Реально, пацаны. Короче, сорян, что сегодня... Блять, куда я улетел? Сорян, что сегодня такой стрим какой-то непонятный получился, но мне надо съебывать. Далеко. Каникулы у вас. Александра, слышь, что ты там кого-то скинула? Я ща посмотрю, кто это. О, ты себя наконец скинула? Бля, это, наверное, бодипозитив. Слышите, что? Вот эта тёлка, наверное, бодипозитив. Понятно. Все, хватит тёлок. Так, короче, работяги, я вас отпускаю. Я сегодня опаздывал, летел как мог, но, блядь, в Москве, к сожалению, никак по-другому не доехать. То есть, блядь, если ты попал в пробку, ты даже никак не объедешь, блядь, потому что даже полоса, блядь, выделенки, она тоже занята. Это пиздец. Опять же, спасибо всем. Завтра буду проходить Call of Duty, поэтому жду вас. Подписывайтесь на паблик, там, короче, в личку тыкайте кнопочку, нажимайте на написать, блядь, сейчас вам скину, чё вы паритесь. Не vk.com, а vk.me. Там нажимаете кнопку подписаться, когда стрим начинается, вам уведомление прилетает, потому что бот разбанен теперь.
Что-то я под конец расклеился уже, молясь. Не надо, блядь, пиздеть, что най стрим, хуёвый стрим, нормальный стрим. Я как подрубил, типа, мне вот просто надо уезжать. Я же, блядь, делами занимаюсь всякими, если что. Мне сейчас, блядь, человек написал, сказал, подъезжай, надо поговорить. Типа, как бы вот, надо поговорить. Так что, если вдруг я пропаду, то я вас предупредил. Все. Давайте, короче, полетел я.